видите на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и Толика». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Fate Stay Night» или «Судьба носит схватки». Начинаем мы читать пролог. Только лишь самое начало. Второй эпизод, вторая серия. И в прошлой серии у нас, в общем-то, познакомили немножко персонажами. Ну, с Широ там немножко увидели, с Эйбер, потом Рин также, с ее отцом. Немного с ее прошлым. И начинается, в общем-то, пролог от ее лица повествования. Она рассказывает о том, как она, ну, за эти три, в общем-то, дни, там три дня будут описываться, как она, ну, и, в общем, повседневно жизни, и также еще, как она будет участвовать, начнет участвовать в войне за Святой Грааль, так называемый, в данной, в общем-то, вселенной. Магический артефакт, который был создан магами ради какой-то там цели определенной. Но в итоге все это приведет к тому, что много людей погибнет за все войны, которые проходили за этот магический артефакт. Странно, конечно, для него название немножко, ну ладно. Обойдя школу, я захожу в здание со стороны секции лучников. Стрелки часов давно перевалили за 7, но в коридоре почти никого нет. Ох, Тосака-сан. Доброе утро, Фудзимура-сенсей. Да, доброе утро, Тосака-сан. Рада, что ты поздоровалась со мной, подобает. Странная женщина, кажется, она готова кричать от счастья по этому поводу. Трудно поверить, но это воплощение дружелюбия и жизнерадостности является школьным учителем. Сенсей, разве можно неправильно поздороваться? Конечно, можно. Первогодки всегда здороваются правильно, но вот потом почему-то забывают об этом и обращаются ко мне как угодно. Но только не по фамилии. Ты не должна подражать подобным грубиянам. Мне вполне понятно, но я никогда не буду грубить вам, сенсей. Хорошая девочка. Эх, вот бы все были похожи на тебя, Тосака. Попрощавшись, Фуджимура сенсей уходит. К счастью, она не мой классный руководитель. Почему к счастью, интересно? Видимо, она мне не нравится, получается так. Фуджимура преподает английский. Несмотря на доброе лицо, у нее черный пояс по кендо. Я слышала, что в молодости она была известна под прозвищем Тигр Фуюки. В то время ее многие уважали. Хотя это немного странно. Имеющего такое прозвище должны опасаться, а не уважать. Почему это? Пребывая в хорошем настроении, одно другое не отрицает. Потому что могут и опасаться, и одновременно уважать. Нет, не может быть такого. Пребывая в хорошем настроении, Фуджимура-сенсей направилась в секцию учеников. По каким-то причинам она ответственна за стрельбище, а не за секцию кендо. Видимо, ей тоже нравится стрелять с лука, так, наверное, тоже. Видимо, ей разницы нету. Хоть кендо, хоть лучники. Разные виды спорта, но все равно вид спорта уже. Уже почти половина восьмого. На улице можно увидеть нескольких школьников, идущих по делам кружков, но сама школа практически пуста. И все же. О, черт! Тосака! Я наталкиваюсь на грубое приветствие. О, президент школьного совета. Так рано, уже патрулируешь здание? Или твой интерес проявляется сугубо в помещениям кружков? Не то чтобы меня это волновало, но такое усердие впечатляет. Хм, что ты тут замышляешь? Из чего ты вообще здесь? Ты же не стоишь ни в одном из клубов, из кружков. Просто захотелось пройтись. В конце концов, меня никто не заставляет просыпаться так рано, как принято в твоей семье, Рюдо-кун. Явно между ними не очень такое хорошее отношение. Дружеские, не дружеские, явно неприязненные отношения. Как в случае и... Нет, в случае Мата, он ему хочется именно... чтобы она тоже в него влюбилась, как все остальные там девушки, получается, из школы. Но ей он неприятен, у них разные отношения. Мата как бы это нет таких неприятельских отношений по отношению к Тосаке, а вот Тосаке наоборот. Потому что и такие парни не нравятся. Ну и с этим тоже, не знаю, какой причине, там не раскрывается новелли, почему именно так вот. Или я уже не помню, или давно уже прочитал ее. Ну, в общем, вспомню заодно. В сравнении с когда получается кады, там, конечно, все-таки
Я не помню даже, какую из новеллы читал первый. То ли когда плачу цикады все-таки. Потом уже Фейси на это познакомился. Лицо президента школьного совета слегка скривилось. По каким-то причинам он считает меня своим врагом. А на самом деле не понимает, хочет, видимо. Ну, не хочет все таких прям уж таких вражеских отношений, недружелюбных отношений. Просто как-то не хочет, в общем-то, чтобы он относился не как-то особенно плохо. Видимо, ну, не знаю, как сказать это. Видимо, сама не понимает, почему он считает его врагом. Как бы ей все равно, но не понимает. На самом деле, я не знаю, почему. Возможно, из-за того, что на прошлой встрече, посвященной планированию отдыха, я сказала, давайте не пойдем в храм, там скучно. А, ну понятно. Наверное, поэтому. Позволь мне задать вопрос, Тосака. Последнее время ты не оставалась в школе допоздна? Последнее время ты не оставалась в школе допоздна? Нет. Ты должен знать, что после школы я всегда иду прямо домой. Разумеется, это моя работа, знать все про всех. Ясно. Тогда спрашивать было не зачем. Не знаю, в чем был смысл вопроса, но разве правильно перекладывать работу школьного совета на других? Лучше собрать информацию, делай это сам, а не привлекай посторонних вроде меня. Не дури. У тебя еще хватает наглости называть себя посторонней? Думаешь, я не знаю о твоих разных делишках с нашим казначеем? Ты все неправильно понял. Я просто справлялась о распределении средств между кружками по просьбе Мицузури. Это нормально? Учащиеся могут интересоваться, куда и на что идут их деньги. А травмировать психику нашего казначея настолько, что он неделю потом боялся в школе показаться. Это, по-твоему, нормально? Как всегда, поражаюсь, что у тебя в голове творится. Аналогично. Ты бы лучше за собой следил. И честно помогать одним кружкам, закрывая глаза на существование других. Знаю, поэтому я и намеревался самолично. Эсэй, все готово. И появляется парень, которого я совсем не ожидал здесь увидеть. Ох, прости, Эми, я просил тебя о помощи. Ну, ты, похоже, все сделал сам. Извини. Нет проблем. Ну так, где следующий? У меня осталось не так много времени. Да, на очереди видеокласс. Последнее время этот агрегат неважно работал. А сейчас окончательно сдох. Если он действительно сдох, то современная медицина мог тут обессильно. Будет проще купить новый. Это же мы от лица уже это имя Шира. Что-то здесь, конечно, немножко неправильно поместился этот абзац. Он должен был, думаю, начаться с чистого, ну, с нового ли это. С этого ли это, с новой, как это называется. Новый абзац должен был пойти, а это что-то вдруг сместился куда-то, не понимаю куда. Это бывает понятнее, кто там читает, кто, что другой же персонаж, в общем-то, говорит. Я уже думал об этом, но все равно тебе лучше на нее взглянуть. Вдруг это клиническая смерть. Ну, тогда пошли, глянем на нашего пациента. Они уходят. Эта внезапная встреча сбила меня с толку. Вот это да, Марика. Сейчас с Матаконом так все нормально, как бы это вдруг как-то неожиданно так для нее. Неужели? Парень с гаечным ключом в руке. Что-то мне сразу отсылка. Гаечным ключом. Ну, это персонаж, который есть там в мультфильме, там, в диснеевском сериале. Про этих, как это называется, это Чип и Дейл, там, гаечка. Есть с именем персонаж. Вот, сейчас вдруг про нее это вспомнилось. С гаечным ключом. Парень с гаечным ключом в руке поворачивается ко мне, словно что-то вспомнив. А ты сегодня рано, Тосака. Сказав это, он удаляется. Ничего себе приветствие. Ученик, которого Исей назвал им Эмия, быстро уходит. Эмия Шира с класса 2С. Хорошо, но... Как мне это воспринимать? Умение парня обращаться к гаечным ключам, полезно ли оно или скорее опасно? Нашла чем осуждать.
7:30 утра в классе 2А, нет ни души. Ну и ладно. По крайней мере, я смогу просмотреть эту задачу. Сев за свой стол, я принимаю за решение математических уравнений. На занятие еще 30 минут, думаю, будет скучно просто сидеть и ждать прихода одноклассников. Четвертый урок сменился обеденным перерывом. Наша школа располагает кафетерием, но половина учащихся обычно остается в классе. Если честно, большая часть девочки. Пища из кафетерия им кажется грубой и, как следствие... Тосака-сан, ты бы не хотел пообедать с нами? Девочки собираются и вместе обедают в подобной обстановке. Спасибо, Исагимиса-сан, надеюсь, что сегодня я пойду в кафе. Я проспала с утра, и мне не хватало времени приготовить обед. Не хватило. Ох, понятно. Прости, я не знала. Наверное, я кажусь навязчивой. Сагиоса удрученно смотрит в пол, словно извиняясь. Она одна из самых хрупких моих одноклассниц, и по каким-то причинам эта добрая девочка вечно волнуется обо мне. Ничего страшного, просто сегодня так получилось. Не переживай. Может быть, завтра? Не улыбаюсь я чистого сердца. Вот как. Ну, наверное, даже Тоска-сан может иногда проспать. Моя улыбка, должно быть, помогает ей расслабиться, и Сайгуса возвращается в свое прежнее состояние. У нее очень милая улыбка. Сайгуса Юкика не самая красивая девушка, но ее улыбка скрывает сердца всех окружающих. Да, ты права. Не многие об этом знают, но я действительно люблю поспать. Причина, по которой я не вступила ни в один из кружков, именно в том, что мне тяжело просыпаться по утрам. Реакция Сайгуса изменяется на удивление. Ее присутствие в самом деле расслабляет, но эти шутливые разговоры не по мне. Говоря с людьми такой обстановки, я вынуждена сдерживаться и скрывать свою истинную сущность. Я пошла в кафе. Приятного аппетита, Сайгуса-сан. Да, тебе тоже, Тосака-сан. Мы обменимся с теплыми словами прощания, и она возвращается в свою компанию. Кажется, она обедает вместе с Макидерой и Химура. Ах да, Сайгуса – капитан команды по легкой атлетике. А Макидера и Химура – надежда этой команды. С Макидерой мы иногда ходим вместе поглазеть на витрины магазинов, а с Химурой я практически не общалась. Значит, тебя послали, Юкичи. Я же говорила, что у Тосаки нет бента. Если ты хотел ее пригласить, тебе следовало приготовить порцию и для нее. Маки, мы не можем тоже пойти в кафе. Нет, так не пойдет. Кафетерий слишком мал. Мне не хватит места, чтобы размещать еще и людей за своей едой. Плюс, если мы сядем вместе с Тосакой, нам будут мешать взгляды парней. На последних каникулах. Мы пошли вместе прогуляться, но все внимание было приковано исключительно к ней. Как может нравиться тот, кто демонстрирует свою красоту подобным образом. Акидера высказывает свои мысли девушкам, кружившим стол Сайгуса. Противоположность ее острому языку, внешне она по-японски красивая, ей бы определенно пошло к кимоно. Мне кажется, Тосака все слышала. В отличие от шумной Макидеры, Химура хладнокровна и сдержана. Вот дерьмо, Тосака все слышала? Она в самом деле смотрит на меня. Я не думаю, что она смотрит именно на тебя. Точно слышала. Смотри, какая жуткая улыбка. Да ладно тебе, Тосака, мы же не в таких плохих отношениях. Помнишь, я даже угостила тебя таяки. Надув щеки, она энергично машет своими палочками. Осознание того, что хобби девочки может быть коллекционирование витринных колокольчиков, лишний раз дает понять, что в этот мир далеко за пределами моего понимания. В любом случае, Сайгуси явно не по душе наблюдать за всей это со стороны.
Она заметно нервничает, видя, как Микидера чересчур резко высказывается в мою сторону. Не волнуйтесь, Айгуса-сан. И Микидера-сан. За еду ты доплатила я, и это были не таяки, а крэп. Ты должна избавиться от привычки менять факты по своему желанию. Иначе в следующий раз я могу поступить точно так же. Ой, какая страшная улыбка. Макидера прячется за крышкой от коробки для бента. Не спрячешься. Попрощавшись со всеми тремя, я покидаю класс. Я закрываю за собой дверь. Из класса до меня доносится... Да ладно, какая разница? Крэп или таяки? Все это просто конфеты в обертке. Да уж, наверное, никто, кроме Макидеры, и не смог бы вляпнуть ничего подобного. Для нее что? Таяки и крэп одно и то же? Она точно девушка, или все сладости для нее на одно лицо? Возможно, это свидетельствует о ее притупленном вкусовом восприятии, которое не может отличить крэп за 500 йен и от таяки за 80. Чтоб тебя, если бы я знал об этом заранее, то смогла бы сэкономить аж 420 йен, купив сразу таяки. Ну да, видимо. Она все равно, в общем-то, не распознает, что такое. Что посчитает, в общем-то, одно и то же, можно и купить. Трогай подешевле, видимо. Ну да, да уж, правда, странно, конечно. У нее одно и то же получается. Почему меня это так раздражает? Думаю, так сказывается усталость после вчерашней ночи. Поход в кафе сопряжен с определенными трудностями, поэтому лучше возьму немного хлеба с чаем и поем на крыше. Ой. Купив еду, я отправляюсь на пустую крышу. Это удобное место, поскольку в зимнее время здесь никого нет. Холодно, конечно, но это небольшая плата за возможность поесть в покое и уединении. Так, сперва обед. Сэндвич с помидорами и запиваю горячим лимонным чаем. Тишина и покой делают этот, на первый взгляд, простой обед намного вкуснее. Уф. Обед закончен. Я чувствую некоторое утомление. Трудно соблюдать баланс, быть прилежной ученицей и при этом не влезать в общественную жизнь. Это мое тщеславие, хотя скорее убеждение. Я должна быть номером один и по успеваемости, и по части физического развития. Позорить имя Тосака немыслимо. Именно поэтому я лучшая ученица, безупречная во всех отношениях. Но в то же время опасная работа мага не позволяет связывать себя с обычными людьми. Ведь магу, чья личность оказывается раскрытой, не остается ничего другого, кроме как избавиться от свидетелей. Не хотел бы этого делать. А значит, мне это не избежать, не избежать того, что однажды моя социальная жизнь будет подвергнута опасности другой половины. Да, я могу пройтись по магазину с Макидерой на выходных, но отвергаю предложение чересчур дружелюбно настроенных людей вроде Сайгусы. Будучи самой известной ученицей в школе, я не могу подпускать себе людей на слишком близкое расстояние. Хотя иногда в такие минуты усталости я понимаю, насколько скучной это стала моя жизнь. Ох, уже пора. Я встаю. Прочь навязчивые мысли и сентиментальность, спустившись в лестнице, я вновь стану прежней Тосакой. На этом занятие кончено. Дежурные, не забудьте сдать журнал и запереть дверь на замок. А ученикам, не состоящим в кружках или секции, я рекомендую пойти домой пораньше. Произнеся свое привычное наставление, классный руководитель класса 2А уходит. А это как раз другой учитель. Не Фуджимура-сенсей. При этом он, видно явно, что он другой по характеру, не такой жизнерадостный, как... Фуджимура такая прям энергичная, жизнерадостная, веселая. А этот более такой серьезный, угрюмый, даже чем-то. В общем, разный по темпераменту. Пока что мы его имя не знаем, я уж даже забыл немножко, как его зовут, в общем, персонаж этого. Ну, потом он будет, конечно, играть важную роль в одной из арок, так что до него мы дойдем еще. Насколько мне известно, оно остается неизменным уже целый год. Тосака, ты уже домой? Да, лучше пойду, пока моя утренняя встреча с Матакуном не принесла горькие плоды. Так и знала, утром у него было ужасное настроение. Я так и подумала, что причиной являешься ты. Ясно, я доставил тебе неприятности, Мацузури-сан.
Ничуть, Мато привык издеваться над новичками, поэтому такая мозговая встряска пойдет ему на пользу. Тогда ладно, потом я возмещу тебе ущерб. Ладно, ладно, не запомню. Заходи еще как-нибудь. Я иду домой. Хотя у меня еще остались дела в секции лучников и школьном совете, но в ближайшие несколько дней у меня нет времени на подобные глупости. Вступив за порог школы, Тасукарина разбрасывает маску школьницы. Я не могу посвятить себе остаток дня в таком качестве. Вместо этого я должна стать магом семьи Тосука. Единственным, кто встретил меня дома, был мигающий автоответчик. Странно, обычно меня не оставляют в сообщении. Это... Так я и думал. Это ты, Кирей. Я уже знаю, что он скажет, но во избежание всяческих обид все-таки выслушаю. Нажав на кнопку, слышу из динамика знакомый голос. Это я. Уверен, ты знаешь, что завтра крайний срок. Меня будут неприятности, если ты отнесешься к этому великомысленно. В настоящее время осталось лишь два свободных места. Я должен удостовериться в том, что все мастера готовы. Это освещение, как всегда, не высказывает ни капли сожаления и приступает сразу к делу. Если решишь отказаться от своих прав, мастера, то сложи со мной сегодня. Мне потребуется какое-то время, чтобы найти себе замену. Лжец, люди вроде тебя всегда могут быстро найти подходящую кандидатуру. У тебя уже появились стигмы команды заклинаний. Немедля, призывая слугу, активируй свои командные заклинания. Если ты, конечно, планируешь участвовать в войне за Святого Грааля. Если же ценишь свою жизнь больше, то советую незамедлительно искать убежище в церкви. Сообщение заканчивается. Оно было предельно кратким. Кирей сказал, что если собираешься сражаться, то Сигуни должна сделать соответствующее приготовление. А если нет, то просто отступить. Мог бы этого не говорить. Теперь уже ничего не поделаешь. День закончится, когда выйдет этот последний срок. К счастью, при прошлой ночью я заканчивала перевод отцовского заклинания. Все приготовления сделаны. Остается только обрести свое право для участия в этой битве. То есть призвать, в общем-то, слугу. Война Святого Грааля — схватка не на жизнь, а на смерть за обладание единственным призом — Святым Граалем. Ритуал его призыва практикуется уже на протяжении нескольких сотен лет. Маги, принимающие участие в войне, именуются мастерами. Это скорее не звание, а характеристика того, кто будет отдавать приказы. Требование для вступления в войну – призывать фамильяра, называемого слугой, и заключить с ним контракт. Каким бы выдающимся и великим ни был маг, он не будет признан мастером, пока не имеет в своем подчинении слугу. По своей сущности, слуги отличаются от обычных фамильяров. Методы их призыва и контроля над ними также отличны. Обычно маг, который готовится к вступлению в войну, должен подготовить катализатор для призыва слуги, но... В самом деле, как я хотела бы, чтобы мой отец оставил мне какой-нибудь катализатор, с помощью которого я бы могла призвать Сейбера. К сожалению, у меня нет ничего, обладающего такой связью. И все же я могу призвать слугу. В принципе, при желании я могла бы призывать такого прямо сейчас, такового... Земля, на которой стоит город, находится под нашей юрисдикцией. Как дочь семьи Тосака, защищавшей этот город на протяжении многих поколений, я не могу проиграть сторонним магам. Но, как говорится, нельзя выходить в море без компаса. Или я должна буду признать, что мои действия абсолютно не спланированы. Слуги связаны с символами. Если хочешь призывать сильного слугу, то нужно иметь что-то, имеющее с ним связь. Другими словами, это может быть меч, доспех, талисман, кость героя или что-то в этом роде. Что-то ценность, чего поистине велика. Я надеялась, что в завещании будет хоть что-то подобное. Хотя нет, вот это может тоже весомый козырь. Но все же. Клон, что я нашла прошлой ночью в подвале, должен быть величайшим артефактом в своем классе. Он обладает огромной силой. Но все же он не способен помочь мне призвать слугу.
Ладно, я смогу это сделать и без помощи безделушек. В конце концов, и разве могут существовать другие мастера, кроме меня, способные призвать субсейбера? Вообще-то могут, она в этом скоро убедится. Решено. Я более не желаю слушать жалобы Киреи и откладывать призыв. Не в моих правилах тянуть до последней секунды. Я спущусь вниз и попробую. Я осуществлю процедуру призыва во всеоружии и завладею сейбером собственной силой. Поздняя ночь. Часы скоро пробьют 2. Самое подходящее время для применения моей магической энергии. Пик ее активности как раз приходится на 2 часа ночи. Посему это мой первый и последний шанс. Ошибки недопустимы. И взять ее исключение. 4 области, очерченные кругом призыва. Так. Я вычерчиваю круг на полу подвала. Не нужно иметь высокие квалификации, чтобы призвать слугу. Они призываются Святым Граалем. Главной задачей мастера является удержание слуги в этом мире и обеспечение его необходимым количеством магической энергии. Сам призыв осуществляет Грааль. Серебро и железо. Камни основы. Назидая контракт для скрепятся в оковы. Направит пусть выбор мой деревня-хранитель, мастер великий, Швайнорг-прародитель. Я растен вой ветров преграждающих, врата в короне темной охраняющих. Запутанный путь, последние средства, укажет мне истинный путь в королевство. Собрав все мысли в единое, продолжаю. Магический круг обычно чертится кровью, но я использую для этого заряженные камни. Я не пожалею для ритуала половины из них, поэтому не могу потерпеть неудачу, хотя бы из-за жадности. Наполнись. 5 раз для каждой копии. Уничтожь остановившееся время. Почти 2 часа. Завершенный магический круг передавался по семье Тосок из поколения в поколение, и вот я стою перед ним в полной готовности. Анфанг. Не знаю, чем языке. Я щелкаю невидимые переключатели внутри себя. Мозг пронзает ощущение, словно задержимое моего тела изменилось. Нервные окончания преобразуются в цепи, передающие магическую энергию. С этого момента Тосок Арина перестает быть человеком. Я стану частью механизма, с помощью которого обретается магическая сила. Начиная с кончиков пальцев, мое тело начинает растворяться, точнее наполняться. Огромная концентрация магической энергии заставляет мои ощущения измениться. Одновременно с этим заполнением приходит ощущение, будто тело мое разрушается. Чистая магическая энергия, витающая в воздухе, заполняет меня изнутри. Она поглощается моим телом, превратившимся в магическую цепь, и трансформируется в другую форму магической энергии. Тело мага не более чем цепь, звено, соединяющее земное и духовное. Результат, который достигается сочетанием многих мистических обстоятельств, мы называем магией. Мое тело горит. Видение рогов, вырастающих на голове. Видение крыльев, появляющихся за спиной. Видение чешуи, покрывающей мои руки. Ощущение, словно я под водой. Меня бросает в пот. Удар, клинки пронзают мое сердце. Эта боль является следствием того, что мое тело отвергает себя же, как магическую цепь. Каким бы выдающимся ни был маг, человек остается человеком. Пока у людей будут оставаться материальные тела, боль при использовании магии всегда будет их преследовать. Но я не останавливаю процесс. В самом конце, на границе жизни и смерти, находится точка соединения. Боль пронзает мою левую руку. И магические метки активируются сами, оказывая мне помощь и заставляя нервные окончания страдать еще больше. Собранная энергия копит в моей крови. Если сравнить ее с расплавленным железом, то магические метки представляют собой нерв, состоящий из шипов. Он пробегает по моему телу, словно сороконожка, вгрызаясь плоть жвалами. Боль лишает меня восприятия. В то же время я понимаю, что достигла своей цели.
Необычайно обострившееся чувство позволяет мне слышать даже тиканье часов в гостиной. Еще 10 секунд, и будет ровно 2 часа ночи. Мое тело наполнено чистой и совершенной энергией. Я взываю. Пора. Я беру поглощенный из воздуха магическую энергию и преобразую ее в направленный поток. Поглощенный из воздуха. Немножко напоминает все это Наруто, где там, помнится, там герой, в общем, наш герой, главный герой Наруто мог, ну, потом он учился где-то в втором сезоне, в какой-то серии, даже не помню, поглощать, в общем-то, эту из воздуха чакру природную, так называемую. И он там мог, в общем-то, это, включать режим этого отшельника, помнится. Действие тоже похоже, видимо, получается. Из воздуха они поглощают эту энергию магическую, тем самым с помощью этих некоторых там манипуляций сами. Так, и сейчас мне остается только спустошить свое местилище энергии и запустить двигатель под названием Круг Призыва. Я объявляю. Тело твое будет команда моей. Я вверяю судьбу свою мечту твоему. А, ну хочет она призвать в итоге эту Сейбер. Сейбера, неважно кого там, Полу. Хотя, наверное, этих душ героических получается, наверное, полов-то, наверное, нету, или, может, есть, на самом деле, как у обычных людей. Я объявляю, тело твое будет под командой моей, я веряю судьбу свою, мечу твоему. Следуя зову Святого Грааля, если ты принимаешь всю его волю и разум, ответь мне. О, началось. Видна лишь пустота. Пятый элемент неосознаемый для человеческого взгляда стоит прямо передо мной. В страхе перед разрушением глаза закрываются сами собой. Я клянусь. Я стану воплощением добра и мира иного. Я стану крушителем зла мира иного. О семь небес, что скованы тремя великими словами. И весь из круга призыва. Страж равновесия. Ну и посмотрим, что там получится. Безупречно. Словно я зацепила у дочки здоровенную рыбину. Отлично. Не всяких сомнений, я вытащила сильнейшую карту. Боже, не могу дождаться, когда глаза привыкнут к освещению. Зрение должно восстановиться. В течение нескольких секунд я увижу перед собой призванного мной слугу. И ничего. Абсолютно ничего. Все осталось на своих местах. Да что же это такое? Столько усилий и пафоса, а в итоге ничего? От вершения ко всему... Я слышу взрыв и треск во стены. Почему? Я бегу. Бегу, ничего не понимаю, не знаю, о чем и думать. Бежав по лестнице, я взлетаю в гостиную. И... Дверь сломана. Проход в гостиную преграждает покосившаяся дверь. Я дергаю за ручку, но ничего не выходит. Дверь заклинила, и она не открывается. Ах так, иди с глаз долой. Жутким треском я вышибаю дверь ногой. И как только я попадаю в гостиную, все проясняется. В гостиной жуткий погром. Груда булыжников от разрушенного потолка устилает пол, и на ней, закинув ногу на ногу, сидит мужчина. И, похоже, его совершенно не беспокоит то, что он является причиной этого погрома. Помимо него, мое внимание привлекает еще кое-что. Старинные часы все еще тикают каким-то непостижимым образом, непостижимым чудом, избежав уничтожения. Это напомнило мне об одной важной детали. Да, так и есть, если подумать, все часы в моем доме этим утром почему-то спешили на час. Другими словами, сейчас всего час ночи. И только через час моя магическая энергия достигнет своего пика. Ну вот, я опять облажалась. Дело в том, что большинство вещей я могу совершать, как обычные люди, но в то же время на мне лежит семейное проклятие. А именно, что все самые важные моменты, я допускаю самые страшные ошибки. Ладно, что сделано, то сделано. Я должна сделать для себя выводы. Меня поражает собственная глупость. Со жгучей смесью раздражения и любопытства я разглядываю сидящего человека, восседающего на груди хлама. Ну и... Кто ты такой? Это и есть твои первые слова. Похоже, меня призвал тот же мастер.
Человек огорченно поводит плечами, выказывая свое недовольство, будто говоря мне. Наверное, я самое-самое невезучее существо на планете. Так, я начинаю понимать. Видимо, с этим парнем мне трудно будет найти общий язык. Эх. И неужели он слуга? Поскольку слуги относятся к фамильярам, я ожидал увидеть что-то материальное, но не человекоподобное. Нет, тут мне не может быть, тут не может быть ошибки. Даже просто стоя здесь, я чувствую огромное количество исходящей от него магической энергии. Я не должна обманываться его внешним обликом. Его существование определенно за пределами человеческого понимания. Он призрак, достигший уровня высших духов, и выглядит как человек. Не могу же я стоять так вечно. Он принадлежит мне. А значит, мне нужно бы выработать иное отношение. Чисто для проверки. Ты есть мой слуга. Вообще-то я тебя о том же хотел просить. Ты есть мой мастер. Первый раз меня призвали таким варварским способом. Если честно, я до сих пор в замешательстве. И меня это тоже впервые. Я отказываюсь отвечать на подобные вопросы. Ясно. Но когда я был призван, тебя рядом не было. Объясни мне, как такое могло случиться? Так, хватит придуриваться. Не притворяйся младенцем, который не может признать своего мастера, когда тот стоит прямо перед тобой. Брови слуги, который так и не представился, чуть приподнялись. Я не могу точно определить его реакцию, то ли он злится в ответ на мое недовольство, то ли наоборот впечатлен моей точностью в изложении мыслей. Но, так или иначе, мой вопрос остается в силе. Ты ведь мой слуга, а не кого-то другого. Пока мы этого не прояснили, я отказываюсь отвечать на все твои последующие вопросы. И ты это говоришь после того, как провалил призыв? В подобной ситуации я ожидал услышать от тебя другие слова. Ничего подобного. Сперва мы должны выяснить, кто в доме хозяин. Слуга поднимает брови. Возможно, из-за несовершенства процедуры призыва он даже не пытается скрыть свое недовольство. Значит, нам нужно выбрать главного, да? Твои действия содержали множество ошибок, но, кажется, язык у тебя подвешен неплохо. А, и да, я согласен с твоим предложением. Пока мы не выясним, кто из нас сильнее, а кто слабее, трудно будет наладить взаимопонимание. Сидя на груди обломков, слуга многозначительно смотрит на меня. Кто слабее? Да, я слуга, так что готов принять эти отношения по схеме мастер-слуга, но только в рамках контракта. Кто сильнее, если достойный мне помощник? Это другой вопрос. Ну, вот ты, девочка, достойна ли ты быть моим мастером? Слуга ухмыляется. Он разгромил мой дом, ведет себя как особо королевских кровей, а в довершение ко всему еще и спрашивает, достойна ли я быть его мастером? Меня не интересует твое мнение. Все, что я хочу знать, являешь ли ты моим слугой или нет. Я уже теряю терпение, смотрю на него. Нельзя позволить себе проиграть тому, кто так откровенно взирает на меня свысока. О, ясно, ясно. Значит, ты задаешь такие очевидные вопросы, даже не удосужившись мне ответить? Смело, смело. Такой дух присущ очень хорошим мастерам, но... Я сказал, не путай приоритеты. Блок призывающего первым делом сверится. Так отвечай. Ты мой слуга. Я делаю шаг вперед, готовый атаковать в зависимости от этого ответа. Боже, какая же ты упрямая девочка. Так мы ни к чему не придем. Ладно, я сдаюсь. Допустим, я твой слуга. В таком случае ты должна быть моим мастером. Чисто гипотетически. Конечно. Если ты мой слуга и был призван мною, кто еще может быть твоим мастером? Кое-как сдерживая свой вскипающий гнев, я гляжу на этого грубияна. Допустим, что так. А где доказательства того, что ты являешься моим мастером?
Ухмыляясь, слуга несет всякую чушь. Должно быть, он надеется, что я запаникую, услышав вопрос о доказательствах. Здесь. Это доказательство, что я твой мастер. Я показываю ему командное заклинание на тыльной стороне правой руки. Хех, не думай, что я ничего не знаю. Отец много рассказывал мне о мастерах, так что я знаю о командных заклинаниях. Доволен? Или все еще будешь жаловаться? Я тыкаю у него рукой, как доказательство того, что я мастер. Слуга, сидящий на груди мусора, выглядит смущенно. Ох, так ты серьезно, малышка? Его лицо выражает недовольство. Что значит серьезно? Да я про этот образ мышления. Ты мастер, раз имеешь командное заклинание. Но командное заклинание — лишь инструмент, который управляет слугой. И только на основании этого ты считаешь себя мастером? Я всего лишь хотел увидеть, достойно ли ты заслужить мое уважение. Это верно, но когда речь заходит о доказательствах прав мастера, командные заклинания — первое, что приходит на ум. И что? Я не горжусь на роли мастера? Хотелось бы так думать, но не могу. Командные заклинания говорят о том, что ты меня призвала. Невероятно, но кажется, ты в самом деле мой мастер. Снова с показанным видом, пожимая плечами. Это плохо. Я и так на взводе, а теперь уж точно не сдержусь. Несмотря на свое разочарование, я приму это. Но с одним условием. С этой минуты я буду игнорировать твои приказы. Буду сам решать, как сражаться и с кем. А ты будешь следовать моим планам. Вот так вот. Это максимум того, что я могу предложить. Ты ведь не возражаешь, девочка? Продолжает падать что-то. Интересно, так вот реализовано все. Так, картинка, что-то там сваливается еще, потом это в виде анимации все это выглядит. В общем, реализовано-то. Ох, думаю, вот оно. Я на пределе. Ясно. Ты с неохотой признаешь меня, а вот насчет игнорирования приказов я не поняла. Ты ведь мой слуга. Я его переспрашиваю дрожащим от едва сдерживаемой ярости голосом. После своего последнего предупреждения я готова пустить в ход командное заклинание. Это максимум того, что я могу сделать. И... Да, но только по званию. Формально я буду подчиняться тебе, но сражаться буду в одиночку. Ты можешь укрываться в подвале и оставаться здесь до самого конца войны. Думаю, по характеру ей достался слуга-то. Какой характер у мастера, такой характер у слуги получается. Все, логично. У того же других героев там будут другие персонажи, подобные им. Это путь, который поможет даже такой неопытной девочке, как ты, остаться в живых. Глазами полными презрения он заявляет мне, что совершенно не нуждается во мне. Ты что, разозлилась? Нет, я, конечно же, уважаю твою точку зрения. В конце концов, я призван, чтобы помогать своему мастеру. Моя победа — твоя победа. И я дам тебе все ее плоды. У тебя не должно быть возражений по этому поводу. Ты... В всяком случае, ты не должна будешь использовать командное заклинание. В остальном положись на меня. Тебе нужно только позаботиться о своей собственной безопасности. Ты меня уже достал. Ах да, раз ты упомянул заклинания, то я их и использую. Анфанг. Более меня ничего не сдерживает. Никакого сочувствия к таким грубиянам, как он. Что? Ты не... Точно, именно то, что о чем и ты подумал, невоспитанный хам. Вертранг. Эйнеор Наге. Эйнеусес Гезетс. Эйнеусес Вербрехен. Какой-то там. Я взываю командному заклинанию. Правому Святого Грааля дай мне средство усмирить это существо, моего слугу.
Ты сду... Стой, ты сошла с ума. Мастер, кто использует команды изгнания для подобных целей? Молчать! Ты, мой слуга, ты должен подчиняться каждой букве моего приказа, понял? Что? Знак на моей правой руке ярко пульсирует. Три команды заклинания. Знаки войны Святого Грааля. Три средства безусловной покорности слуги выступают в ход. Ты чем думаешь? Использовать команды заклинания для столь глупого приказа? Уже слишком поздно. Прежде всего, как и он, не ожидал такого поворота событий. Внутри просыпается ненависть к самой себе, такая, что хочется умереть. Решиться использовать командное заклинание для подобной ерунды. Ну да, она, в общем-то, так и немножко, конечно, иногда все-таки вспыльчивая слишком, и говорит персонаж данный, и, говорится, подается эмоциям легко очень. Ну, посмотрите, можно, как понятно, у каждого мастера имеются три командных заклинания, которыми они могут пользоваться, чтобы призвать слугу, в общем, приказать ему что-то, и он беспрекословно это сделает. Так, в общем, слуги, они все-таки отчасти... Иногда могут не подчиняться приказам, и, в общем-то, у них имеется свое мнение, в том числе, свое, в общем-то, разум. Они не просто какие-то болванчики, а реально, в общем-то, живые люди почти что. Ну, почти что. Они здесь, конечно, более такие бессмертные. Ну, нет, не бессмертные все-таки. Но они не являются обычными людьми по своей сути. Они могут даже все-таки и восстанавливать свое здоровье, точнее, восстанавливать свои раны. У них раны заживать могут не так, как у людей по своему. Итак, оставив разрушенную гостиную позади, мы переходим в мою комнату. Прямо передо мной стоит слуга, который с помощью командного заклинания должен превратиться в абсолютного раба. Ну, это, конечно, мне кажется, это не надо и такое. Если он будет абсолютный раб, то, мне кажется, все-таки вся часть... Вряд ли она тем самым проиграет, то есть 100% проиграет эту войну, потому что... Есть, конечно, и если он будет рабом, то он не сможет, думаю, полностью... пользоваться своей силой по максимуму. Так-то это проигрышный вариант все-таки. Но она слугу полного раба, она, в общем-то, его не превратит. Он все равно будет по-своему действовать и покажет потом еще свое упрямство свое. Так же, как Арин, в общем-то, они друг другу, в общем-то, они схожи, очень похожи друг на друга. И потом, в общем, покажет он свое упрямство. Только уже в этой второй арке. Которая будет посвящена ему. Как в том числе Ирин тоже. Он здесь, но... Ясно, кажется, я начинаю понимать, что это за человек-мастер. Вот еще, черт с два он меня понимает. Я задам этот вопрос только для успокоения совести. Ты ведь понимаешь, что насколько важны командные заклинания? Я знаю. Это право дать слуге три абсолютных приказа. Ну и что с того? Ох. Видишь ли, что команда заклинания заставляет слугу действовать в соответствии с приказом. Это только часть их возможностей. Они служат не только за тем, чтобы контролировать слуг, но и для того, чтобы на время усиливать их. Например, я не могу мгновенно телепортироваться на большое расстояние, но если ты используешь команды заклинания и скомандуешь мне появись там-то, то такое станет возможно. Ну да, такая возможность имеется. И еще интересно, ты... И потом, этой возможностью потом и воспользуется, в том числе и другой герой, другой, в общем-то, мастер. Мы потом увидим. В одном из арк. Наруто это неправильно. Поэтому абсолютная покорность лишь один из козырей. Эти три средоточия великой магии позволяют слуге перешагнуть границы своих возможностей. Но теперь их осталось только два. Я это знаю. У нас есть еще два. И отданный мной приказ не был бесполезным. Определенно этот просчет был по моей вине. Приказами, в которых мало конкретики, команды изгнания справляются плохо. При исполнении общих долгосрочных приказов, вроде «защити меня как-нибудь» или «сделай что угодно, победи в битве», их силы проявляются не так сильно. Противодействие при приказу сопровождается болью. Чем долгосрочнее приказ, тем слабее боль. Поэтому некоторые слуги могут не подчиняться таким приказам, не подчиниться.
Напротив, точнее, простые приказы, типа «вложи в следующий удар всю свою силу» или «не разбей это стекло» неукоснительно. Даже самые сильные и упрямые слуги обнаружат, что им очень трудно не подчиниться. Думаю, ты понимаешь, к чему я клоню, мастер. Я поняла общий принцип. Ты говоришь, что общие пожелания с долгосрочным долгосрочным временем действия бесполезны? Получается, команда с расплывчатым смыслом неэффективна, и слуга может им не подчиниться. А вот конкретные четкие одиночные приказы будут исполняться беспрекословно. Да. Главным образом командное заклинание — это путь для достижения ранее достижимых чудес. Подобные необдуманные использования их для решения проблем, которые могут быть решены и другим способом, непростительная ошибка. Только что использованное тобой командное заклинание — именно такое. Вопрос о моем подчинении тебе мы могли бы решить простым обсуждением, а приказ вроде «подчиняйся каждому моему слову» не сможет осуществиться даже сотня, не сможет осуществить даже сотня командных заклинаний. Значит, командное заклинание, которое я только что использовала, ушло впустую? Ну, обычно так и происходит, но... Кажется, твои магические способности несут на совершенно ином уровне. Ох, льстец, а. Подхалим. Трудно понять, доставляет это ему радость или огорчение. С улыбкой на лице слуга вздыхает. На совершенно ином уровне, ты хочешь сказать... Эй, ты, оно, признавайся, что с тобой произошло? Я нутром чувствую, как здесь что-то не так, и спрашиваю его напрямую. Это я и подразумевал под расчетом. Командное заклинание лишь должно было изменить мое отношение на... Да, я буду чуть-чуть уважать мнение своего мастера. Но в данный момент я чувствую стильную связь с твоими словами. И подчинение с моей стороны будет означать, ну как бы это сказать... Разжалование. Другими словами, тело всякий раз наливается свинцом, когда я иду против твоей воли. Слуга пожимает плечами, словно заявляя о своей боли. Значит, использование командного заклинания не было бессмысленным, и оно будет работать мне на пользу? Но поведение этого парня мало изменилось, а его речь по-прежнему изобилует сарказмом. Не похоже, что он хоть и немного стал послушнее. Хотя, если это имело место, сомневаюсь, что даже 10 таких, как я, смогли бы его приструнить. Позволь мне вернемся к тому, о чем я говорил ранее, мастер. Ты еще мала, но уже выдающийся маг. Моей ошибкой было опекать тебя и стараться загородить от сражений. Я прошу тебя прощения за свою грубость. Он принимает учтивую позу и вежливо склоняет голову. Ох, ну... Не надо, мы серьезно поздравили. На подобных конфликтах обычно виноваты обе стороны. Ясно. Рад, что ты это понимаешь. Быстро ты сменил пластинку. Ну, хотя это был просчет, я о нем не сожалею. Если ты такая способная, у меня нет возражений насчет его участия в битве. Кажется, он говорил, что ищет сильного мастера, значит, ты признаешь меня своим мастером, даже без командного заклинания? Конечно. Сразу после моего призыва я был свободен, но теперь наша связь установлена. Если ты в самом деле маг, то должна чувствовать это связь контракта. Контракта? Только он заикнулся об этом, через мое тело пробежало странное ощущение. Словно нервы, ранее спрятанные внутри меня, вытянулись наружу. И, кроме того, я чувствую, как часть моей магической энергии перетекает к этому человеку. Ясно. Слуги призываются Святым Граалем, но сдержат их в этом мире... Да, сила мастеров. Слуги живут в этом мире, получая энергию от них. Поставляемой тобой магической энергии мне вполне достаточно. Твоя неопытность может вызывать проблемы, тем не менее...
Твои способности весьма впечатляют. Обычный маг должен был упасть в обморок после призыва, но ты ведь очень полна сил. Твое командное заклинание и твоя магическая энергия. Вне всяких сомнений, ты первоклассный мастер. Не думаю, что твоя похвала меня как-то растрогает. Немного смутившись, я отложил взгляд. Все-таки таких слов я от него не ожидала. Несмотря на то, что я пыталась заставить его подчиниться с помощью командного заклинания, этот слуга, который явно превосходит силы своего мастера, честно указал мне на мои оплошности и согласился признать свое зависимое положение. Ну и? Что же ты за слуга? Я собираюсь мыслями и перехожу к сути. Ты не можешь это поделить через нашу связь контракта и свои ощущения? Печально. Нет, мое предыдущее утверждение было ошибкой. Этот парень на самом деле издевается надо мной. Хорошо, я спрашиваю тебя как мастер. Ты ведь не Сейбер? Извини, но бою мне на мечах, я не слишком силен. Но ты, конечно, немножко... скромничаешь, парень. Ты на мечах тоже неплохо, думаю. Как и ожидалось... Хотя в этом нет ничего удивительного. Я ошиблась, со временем мой круг призыва сработал не так, как нужно, поэтому слуга призывался не в том месте. Я была слишком неряшлива для вызова Сейбера, сильнейшего слуги. В чем же была моя оплошность? Ведь я использовала столько камней, но так и не призывала Сейбера. Просто ужасно. Прости, что я не Сейбер. Я хотела сказать, что я сожалею, и вина полностью лежит на мне, так что... Да, я знаю, Арчер не столь эффектны. Он Арчер, да. Но уверен, я смогу доказать, как эффективны стрелки. И когда ты возьмешь свои слова обратно, я подумаю, принимать ли мне твои извинения. Это неожиданно. Неизвестный слуга кажется разочарован моей зацикленностью на Сейбере. Что такое? Неужели я задел тебя за живое, Арчер? Я стерплю, но твои глаза еще откроются. Тогда ты поймешь, как я же тебе повезло. Говорит Арчер, прищурившись. Исходящие от него волны несут угрозу, но скорее всего это инфантильность и искренность проявления чувств. Может быть... Он ведь и правда окажется хорошим парнем. Ладно, тогда храни уверенность в том, что заставишь меня в будущем пожалеть о моих словах, Арчер. Если это случится, я чистого сердца принесу извинения. Я запомню это, мастер. Знай, что ты призвала могучую помощника и будь благодарна. Хотя не исключено, что даже твои искренние извинения не удовлетворят меня. Арчер снова ухмыляется. Тьфу, все-таки он на самом деле лицемер. Ладно, проехали. Скажи, что ты за героическая душа? Арчер не отвечает. Его саркастическая улыбка исчезает, уступая место глубокой задумчивости. Вот это, конечно, странно немножко. Как будто он знает, в общем-то, что он... Кто он, но не хочет говорить почему-то. Не такое, в общем-то, впечатление оставалось. Арчер, твой мастер задал вопрос. Это секрет. Я не могу ответить на вопрос, кто я, потому что... Постой, если это какая-нибудь ерунда, то я буду не себя. Потому что... Ох, снова это выражение лица. Арчер должно быть в самом деле смущен, если открыл рот так, словно ничего не может сказать. Потому что я не знаю, кто я. Ну да, так долго надо было отвечать, в общем-то, задумался еще. Отвечать ли или нет, интересно. А может, она догадается, кто я на самом деле. И будет удивлена, в общем-то, поражена. Ну, я, конечно, знаю, кто на самом деле, но говорить не буду. Это секрет. Потому что это важный спойлер. А спойлерить нельзя. Эй, что за? Что? Ты смеешься надо мной, что ли? Я не хотел тебя обидеть, мастер.
Но это последствия неправильно исполненного, тобой призыва. Кажется, все мои воспоминания перемешались. Я знаю, кто я, но мое имя и происхождение, кто бы сказать, они немного размыты. Но это мелочи, и они не должны тебя беспокоить. Не должны беспокоить? Конечно, они меня беспокоят. Не знаю твоего настоящего имени, и не могу судить о твоей силе. Ох, в этом нет проблемы. Это мелочь. Мелочь, говоришь? Как я могу что-то планировать, если не знаю силы своего партнера? В этом случае мы просто не сможем биться бок о бок. Да что ты такое говоришь? Я слуга, призванный тобой, естественно, я сильнейший. Потому что ты сильнейший, да? Будет на улице мерить, в общем, похалимничать немножко. Точнее, немножко так вот заигрывать. Абсолютно убежденный в своих словах, рыцарь в красном смотрит на меня взглядом, выражающим полное доверие и искренность. Что? Я в смятении. Слово Харчера нет лжи. Он оценивает мои силы выше, чем я сама, даже учитывая наше недавнее знакомство. Я краснею. Боже, я действительно краснею. Почему все неожиданно и сразу вводит меня в ступор? Ну ладно. Мне безразлично то, что никто не узнает твоего настоящего имени, он не узнает. Есть пословица, чтобы обмануть цифр врагов, обмани сначала своих друзей. Или саму себя, получается, да? Отвернувшись от Арчера, я говорю это, чтобы скрыть свои смущения. Ладно, позже смогу выяснить, насколько он хорош. Сейчас есть более важные вещи. Хорошо, я не буду спрашивать твоего настоящего имени. Итак, Арчер, у меня есть для тебя первое задание. Уже? А ты агрессивно. И кто же мой враг? И кто же твой враг? А твой враг, в общем-то, думаю, мы узнаем уже в следующей серии, кто его враг. Какое, в общем-то, его первое задание. На этом мы закончим эту вторую серию, второй эпизод прохождения визуальной новеллы Fate Stay Night или Судьба Ночи Схватки. Увидимся в третьей серии, где мы узнаем дальше. Посмотрим, что там дальше, в общем, как события будут складываться. Но это пока пролог, это пока... самое интересное будет дальше уже. В основной арке Fate и Судьба. Там будет, в общем, уже повествование вестись от другого героя. Не от героини, а от героя. От кого мы узнаем, конечно же, когда до туда дойдем. Но это будет не скоро. Не так прям уж скоро, но... Где-то, наверное, еще будет сколько-то серии где-то. Может быть, даже 4 получится, наверное. Мне так кажется. Ну, там еще будет описываться еще 2 дня, так что... А там, думаю... Ну, в общем, самое интересное там все равно еще будет, но... Не настолько интересно, что будет нас впереди ждать после всего этого пролога. На этом все. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, а только лишь конструктивную критику без моего оскорбления. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.